город пришла жара. На столбиках термометра плюс 33 градуса. Кто-то кушает холодное мороженое, кто-то пьет холодный квас или воду. Как же люди спасаются от жары? Спросим у жителей города. Спасаемся мороженым, квасом холодным, болжанкой. Первое – это прохладительные напитки. Второе – это у меня в рюкзаке сейчас веер, и если мне совсем плохо станет, то я начну махаться веером. Поменьше есть, побольше пить. Пить воду прохладную обязательно, не холодную, ну и не горячую. Ну, меньше тяжелой работы. Ну, лучше где-нибудь на свежем воздухе, в теньке. Дома закрывать окна, ну, кто чем может. Вентилятор работает очень даже удачно. Спасибо. Кушаем мороженки, ходим на пляж и... Ну, вообще-то вот сдаем диплом и в универе проводим все свои дни жаркие, потому что у нас в четверг защита диплома. Больше сидим дома. В такую погоду, особенно в 30 градусов, вредно для человека выходить на улицу. А так, ближе к вечеру можно и к пляжу подойти, позагорать немножко. Я даже не знаю, как спасаюсь. В ванну ныряю. Обливаемся водичкой, кондиционеры. Но если есть, а то если нет, то водичкой. Я открываем окошки, больше ничего. Я не спасаюсь, на меня не действует. Я привык. Ой, кондишн дома. Только под кондиционером. А на улице? На улице. Я стараюсь не выходить. У меня давление.